А вот другие выборы уже стартовали и обещают быть не менее интересными. Определить символы, которые будут изображены на новых банкнотах достоинством в 200 и 2000 рублей, предложено всем россиянам, в том числе жителям нашей области. Центробанк начал официальную кампанию, аналогов которой пока в нашей стране не было. Предложить город или символ и отдать свой голос за него или какой-то другой можно на сайте твоярossия.рф. Конкурс пройдет в 3 этапа и завершится осенью. 7 октября в эфире одного из федеральных телеканалов будет объявлено, что изобразят на новых купюрах. Реальным претендентом на победу может стать и столица нашего региона. Напомним, красноярские дизайнеры уже моделировали 200-рублевые банкноты с изображением Иркутска и Байкала. Нашим соперником в неофициальном голосовании стала Самара. И надо отметить, что тогда купюры с символами Иркутской области победили 76% против 24%. Однако, как сообщили на пресс-конференции в агентстве ТАСС, в общероссийской кампании результаты неофициальных конкурсов учитываться не будут. Действительно, много таких уже стихийных голосований, петиций. Но для того, чтобы предоставить возможность всем на равных поучаствовать в выборе этих символов, мы как раз предложили ту схему голосования, которая есть. Она будет проходить и обязательно через специальную авторизацию. И тем, кто уже определился своим выбором вот таких первоначальных формах, мы предлагаем проголосовать так, как предложено сейчас, через сайт твоярossия.рф.